Так, друзья, мы возвращаемся на матч между Керченет и ESC Gaming. Игра продолжается со счета 1-0 в пользу команды Керченет. Только что закончился раунд на ножах, друзья, и Керченет будут защищаться. Ну что ж, хорошо, у них неудачная сторона была на трейне, но это была их карта, они начали за атаку и вытащили. Теперь такое же испытание ждет ребят из команды ESC Gaming на своей карте показать, кто тут папочка и кто тут шестикратный чемпион. Этим молодым воинам из Украины с великолепным капитаном, опытнейшим Блейдом. Ну вообще интереснейшая игра, и давайте смотреть, что у нас. Под Б собираются сейчас поляки уже здесь... Ой-ой-ой, здесь два игрока, три игрока на приемнике, один Паша по улице идет. Я оставляю себе палец на Z1, но потихоньку еще будем поглядывать Шару. Сейчас к нам подключится Слэм. Смотрим за Шарой. Хае, он не видел улицу. Z1 видит, что его пытаются растянуть. Шара вернулся в плент. Паша сам по улице. Минус от Шары. Он поймал Нео. По-моему, в окне только что была поставлена эта плюха. Разбивает решетку, а здесь Андрюха, минус 2, выход на Б, Z1 должен помочь, помог, плант лежит без шансов, Паша один кра... вообще разорвали. О боже мой, берут раунд, Керченет, какие молодцы просто. Я нашел свой коврик Тафа, который у меня украли. Значит, его не украли, а ты его потерял. Нет, просто его чувак положил себе под мышку и такой сидел спокойно, когда я спрашивал, не видел ли кто SteelSeries КЦК, чувак сказал, что... Не слышу. Как, чего? Я даже не знаю, что такое SteelSeries, да? Да. Зато у нас здесь Керченет и ESC. Так, ну что, вот смотрите, польские диглы сейчас пойдут по улице. Ой-ой-ой, там сейчас будет бам-бам Бигова. Приемщик будет вот крутой. Плюс он в паре с Шарой. Шара уже карает. Берстом попадает на его по голове. Минус 2. Поляки в шоке. Минус 3 от Шары. Шара шарит просто. Первого, второго, третьего. Ну, нужен четвертый. Но Паша с Кубиным. Вот это увольнительные. Ответка от поляков. 3 в 2 ситуация. Вот Зайвер включается. И остался у нас Властелин, Гири и... Штанги, последний, против трех игроков защиты. За один минус Паша. И в итоге 2-0, друзья. Вась, это нереальный. Извините, пожалуйста, друзья, но просто иногда перлы слэма просто... Поэтому мы взяли его в киберарену. Да, поэтому мы теперь тут ути-пути. Властелин, гири и штанги. Слэм, ты красавчик. Я рад, что мы с тобой комментируем. Огонь. Огонь вообще. Понеслась. Ну что, 2-0. Поляк сейчас будет играть Glock Round вместе с бомбой и... Так, флешечка. Слушай, я пойду, пока я не могу. Ну, хорошо, ладно, иди. Тафа отходит пока. Мы сейчас смотрим, что готовят поляки. Тут, скорее всего, что-то через инсайт. Нет, пока по крыше тусуются. Я вот просто видел флешку в арсенале и... Будет, видать, как... Так, взрыв от кирчей, гранаты прождали. Задел только Нео, но это как раз для информации полезно, то, что... Хэшки были выброшены, и есть шанс вообще ворваться на... Что они готовят, давай? Ну, они по инсайду бегают, по крыше ходят, думают, что сейчас все будет огонь на планете. Ну, огонь будет, не, но не они не на крыше, они вот... Нет, они с крыши уже слезли, они ждали раскидки Хае, которая прилетит, но его там они поймал. Они вот пацану с успом хотят прийти. Неужели крутой Блейд играют с успами? У нас два успа в команде. Минус от Бондика, минус от Лорда. Там по-тихому пока что встала бомба, и... Пашка... Шара не прощает просто. Тут Тас так ворвался сейчас просто. Z1 тоже не прощает. Слушайте, что делали эти ребята на новогодние праздники? А я знаю, что они отдыхали в КС там полтора месяца. Почти вся команда не заходила. Ну, это нормально. Ведь отдых полезен. Да. Отдых — это хорошо. Да. Невероятные вещи происходят. Но вот теперь проверим, насколько мощный Керченет, насколько оправдан выбор этой карты Нюка. Потому что, скорее всего, здесь было не наше, ваше, там, а был минус-минус. Да, и потом берем, и третья, которая осталась. Поэтому, как бы, знаете, что-то на что-то рассчитывает Керченет на Нюке, и значит, они что-то знают. Плюс сейчас неплохо по экономике сыграло, два игрока было с успами, вообще ничего не покупали. И, по сути, там, по-моему, девайсов вообще не терялось. Так, прострелы, серия прострелов от поляков, взорвали Бондика. Бондик так, конечно, наивный сейчас сел, на самом деле. Поляки, они любят эту крышу прошивать. Кстати, я знаю, что вспомнил опять вот про поляков такую темку. Когда они возненавидели наверняка вот весь свой денюк, я помню, против финнов на DreamHack в 2009 году. Подожди, Шара уже треснул по голове сейчас тазу. Да, давай. Так, когда финны просто играли против них нюк, и каждые... Через каждый раунд финны отстреливали поляков просто на девятке прострелами. Вот, там такой был экшен, еще тогда Руид играл у финнов.
Ну, сейчас все печально. Первые два минуса от поляков сразу же за оружием. Когда чемпионат мира ТАФа? Пишешь в гугле Extreme Masters, и там тебе сразу на сайте этих ребят будет выдана дата. Ну что, 2 в 4? Нет, вот тут была единственная надежда на крутого. Блейд сейчас дает расклады в это время. Говорит, ребята, что такое, надо так, так и так. В следующем раунде делаем так, так. Ну, короче, сейчас деньги будут. Блейду бы еще неплохо бы сохранить вот этот девайсик. Блейд попробует отсейвиться. Вот проверил, не видно ли его. Посмотрел, столпы, что все хорошо. Да. Но что-то мне подсказывает, что на самом деле не все так хорошо, как кажется. И стопудово за Блейдом уже кто-то вышел. Или выехал, или вылетел. Такое бывает. Итак. Бомба сейчас уже будет взрываться. И на Блейде, как видим, выходит Лурд. Палит калач за стенки и забирает вдвоем. Хорошо сыграли. Технично забрали этот сейф. Разыскали просто человека. И это было... Ну, выглядело реально командно. 3-1, посмотрите. Здесь уже первый бай взят поляками. Ну, кто не помнит, освежу вашу память немножечко, что поляки играли в один момент отборочные на Intel Extreme Masters в Киев против команды Moscow Five и были отправлены в нижнюю сетку ими. Тогда дело закончилось на допах, у Moscow Five нюк был на уровне, но поляки на этом нюке в то время были просто, ну, непобедимыми какими-то ребятами. Вот здесь ситуация может... Лейду уже поставили. Повториться, но у Киршнет шансы, тем не менее, есть. Отлично. Так, зайди на поджиме, чек инсайд, инсайд пустой. Все на крыше. Все на крыше, все гуляют, все. Ну, я думаю, позиция Z1 это не будет какой-то тайной для поляков. Будут, ну, проверять, да, его, тут уже от выстрела будет много зависеть. Его чекать будет практически сразу же, как видим. Минус Z1, все, вот та слез, вышел убил. Ну, его под флешку запускали, минус от Бонника. По-моему, пуш готовит Киричная. Да, Бондик поджал вместе, и тут еще... Но задача Бонника была вот сравнять счет по численности. Она выполнена, но красный. Психологическое Блейд. Преимущество есть небольшое все равно. Киршнет сейчас, но Блейд красный, да. Ох, крутой рисковал. Сейчас он слышит улицу, он закрыл дверь, но справился с этой трудной задачей. Паша. Паша по улице идет. Там еще есть шара, который, может быть, сможет его поймать. Может быть. Тут крутой сам справляется. Выход налево-лево. Блейд один в девятке и не готовы к этому выходу. Керчнет, ну как, там уже пошли по длине, уже пошел шар, они понимали, что они отдавали позицию. Ой-ой-ой-ой, каналка крутой, хороший дэмэдж по Кубину, но вот Нео закрыл. Да, теперь вся надежда на шару и Блейду. Блейда 4, вот сейчас бы шар не дал бы поставить бомбу. Здесь дымы он не видит, он просто наугад стрелял сейчас в стенку, спалился. И... Чуть-чуть левее, все было бы окей. Слышит, как разбивает... Ох, как открылся на Кубина, но это был ред чувак, поэтому сейчас предстоит вот реальная война. Фигово, что смотри. А Блейд как бы не участвует в экшене в этом эпизоде. Это походу сейф, слушай. Я думаю, что это сейф. Ну, шара пытается брать. Но уже не успевает никуда. Нео пополз. Ну, шара в поиске. Нео сейчас... за шарой пошел. Ой, вот этот хедшот просто, конечно, суровый. Ну что, поляки, наверное, дадут все-таки, я думаю, камбэк по картам. Вот мне так кажется, по этой карте. Хотя... Вспоминая ВЦГ Украину, становится немножечко не по себе. Откуда же крутой, кстати, ты не знаешь, случайно? Я это говорил 580 раз. А я вот не знаю. Пусть смотрит повтор. Пойду посмотрю повтор. И ты тоже, да. Ну что, Эко Киричнет, это счет 3-3, по идее, для команды ESA. Нео уже под Б, посмотрите, тут под флеш, тут сразу гранаты подготовили, все хорошо сделали. Серия минусов, наверное, сейчас будет. Но Киршнет что? Уже это такая вообще, команда. Что делает Киршнет на? А у него еще есть вот такая что. Ой, Блейд. Хорошо, вот это вот было правильно, грамотно. Правда, флешек ему накидали. Быстро отвернулся. Ну, Андрюха, посмотри, он сразу врывается, пытается как можно больше минусов дать, чтобы тут еще девайсы могли подобрать парни. Но видите, тут отфлешивают. Ой-ой-ой. Посмотрел. Ну, знал, что надо посмотреть. Посмотрел, но не ожидал там просто увидеть человека. Таз ловит на девайсах. За один коль, два девайса выбито. Ну, 3 в 3 ситуация, но я думаю, тут уже все равно шансов нет. Диффузы есть у Z1, кстати. Да, Паша в каналке, и Паша... Прикрыл шар, спас Z1 сейчас. Вот это было просто на ура. Z1 слепой был. 2 в 2 ситуация. Времени 14 секунд до взрыва. 13, 12, уже быстро. Уже понимают, нету дыма у Киричнет. Он сейчас бы не помешал. Жмет Z1. Вышел на диффуз. Ну, тут арморы нужны были, конечно. А тут ничего не сделать. Ну хорошо сыграли, молодцы. Да, очень результативный, продуктивный экономический раунд. В плане плюс бай на девайсах будут на гранатки. Лишних гранат не бывает. И...
Смотрим, что купят. Мне вот интересно, как разбегутся сейчас ребята, потому что от этого зависит, ну, многое. Так, крутой шарик. Шаркс, кикс, шаркс. Вряд ли будет кэп ВП заставлять брать своих парней. Может быть, одно появится, и то там в середине игры, если будет какая-то экономика, знаешь. В Украине, знаешь, принято, что на нюке играть без этого девайса. Это лишняя трата денег, позиций, мобильностей. Ну, сейчас контакт был хороший, от Аза заодил, за ним чуть-чуть опоздал, когда сел на ящик. Здесь кэп чекает, дает гранату, его пытаются прошить. Минус шара. Ну, пока никак не идет игра, у Киричнет на нюке. Ну, об этом мы тоже говорили. Красиво Бондик уходит в будку, но успели его прочекать. Тут не у Киричнет игра не идет, тут она идет у поляков и... И дали рестарт. Я что-то не врубился. Ну, потому что у меня терконы нужно. Что происходит вообще? Это кто такое? Не знаю. Возможно, те люди, которые писали мне смс-ки, все-таки... Ну что, 3-3. Счет. Все-таки добились был. Своего. Был счет 3-3. Мы его заморозим. Может быть, 4-3. И... Это тот тип взломал сразу. Вот так вот. Вот. Тип, однако, был злой. Но рестарт делать не стоило. Нужно менять пароли. Теперь, конечно... Сломай мозг, ситуация. Как у нас? Блейд 1 в 4 оставался. Кило появился на сервере. Вопрос. Пароли менять, братюни, вот, Ирконы, и все тогда будет шикарно. Ну что, дается рестарт. За счет 3-3, наверное, все продолжится, ага, я думаю. Кем дается, вопрос только? Килой. Ага. Ты килой. Ты килой? Ну окей. Жара, жара, жареное солнце продолжается. Просто. И я готов прочитать чат и передать привет, друзья. Я созрел слом. Спроси, откуда крутой? Откуда крутой? Из там. Винницы. Откуда? Из Винницы. Винницы? Венеции? Да, из Венеции, братан. Считай, что это Венеция. Украинская Венеция. Хорошо. Хорошо, окей. Откуда за один? Из Керчи, да? Нет? Нет? Да? Нет? Слушай, я перед матчем 5 раз говорил. Ни ты, ни зрители... какие-то. Ну мы просто понимаешь. Из Мариуполя. Мариуполь. Это откуда прекрасная няня? Повезло, повезло. Так. Передай привет твоему любимому. Мне не выговорить. Вот, привет Сереге из Уфы. Все. Все просто. Слушай, ну зачем нам нужен Серега с Уфы вообще? Гори в аду вообще. Тафа, намутил же себе МХ-300. Нам ломают матч по интернету. И вообще все не прикольно. Ну вот это от как его не бонус того, что матч в интернете играется. Да нет, это просто не бонус. Я не буду тыкать пальцами и говорить, у кого руки. Крюки. Крюки. Слэм, сейчас тебе не мучаем мышку, все. Все нормально. Чит, пишет Z1. Чит. Ну вот, что ж. Вот, пожалуйста. Сейчас нам теперь ретрай нужно делать, потому что здесь появился судья. Кило зашел разобраться в ситуации. Ну, в принципе, я был готов к этому, что будет такое происходить. Тому, что нужно... Эх. Заниматься за серверами. И когда тебе дают сервак, грузить свой CFG. Не который 5 лет подряд. Славься, сервер крутой, клевая трансляция, чтоб вы все... В общем, какая-то чушь пошла от зрителя нашего, он цитировал Вилата. Вилата цитировать это не очень вежливо получается. Какой Вилат? При чем тут Вилат? Ну, потому что тут все Вилат написано. Вот, типа Вилат такое говорил. Эх, я не смог досмотреть до конца Ялта Summer Jam. Ну, я читаю чат Тафа, потому читаем. Что нужно его читать. Не читать. Дождемся, ребят. Сейчас будет восстановление экономики, сейчас будут споры какие-то. Сейчас все из-за этого затянется еще минут на 45. И все такое. Да нет, я думаю, быстро этот вопрос решат. Там что, игрался эко, то есть, ну, раунд не взят, со счета 3-3 начнут. Просто переиграют этот раунд, и ничего страшного не произойдет. А ты как думаешь, что может произойти? Вот в такие моменты неплохо было бы включать какую-нибудь видеозаставку. В такие моменты было бы неплохо смотреть за игрой. Вот теперь нам надо ретрай делать. Ушел судья, вроде бы договорились там по деньгам, надеюсь. Это не будет какой-то большой проблемой. Ну и ждем продолжения банкета.
Хороший матч может получиться. Но он так пока что неплохой для фанатов команды Kirchnet. Они выиграли первую карту. И 3-3 счет на второй. Когда Blade оставался 1 в 3 и в 4, у нас в этот момент произошел рестарт сервера. Да. Ну и теперь непонятная ситуация. Скорее всего, там выставят деньги, и игра, возможно, возобновится со счета 4-3. Возможно, но раунд-то не был же доигран, да? Да, раунд не был доигран. Так что можно было 3-3 переигрывать его, потому что раунд до конца не сыграли. Спорить, конечно, можно, но я думаю, тянуть на себя у судьи. Судья решает, в общем. Посмотрим. Чё, не знаю, судья не судья, мошнить нужно всегда за свою команду. Ну, судья должен решать так, решил и решил, все. Если там будут передумывать, задумывать, то это уже не судья. Это уже называется по-другому. Эх, какой счет был на трейне? Счет был очень хороший на трейне. 16-8 вроде, 16-9. Kirchnet выиграли. Я даже вот сейчас посмотрим, какой счет. Я где-то его здесь писал. О, 16-8, да. Kirchnet выиграли на трейне. Причем начали матч, ребята, за атаку. Такие дела. Ну и SK Gaming убили сегодня 2-0 вифор по картам. Ну, походу нет, игра не пошла. На РСПе два игрока сейчас стоят. Вот бегают ребята. Пока капитаны, наверное, мошнятся. Хотя бы... Ну, Блейд уже тоже шевелится. Да, вернемся на КС. Ну все, вроде собрались, все пришли на место. Вот Блейд с Бонником там сейчас, наверное, тоже что-то делают. Что-то думают. Ну надо, надо что-то думать. Как же так? Что, вроде бы рестарты, если я не ошибаюсь. Да, непонятно. Ну, вроде бы да, был рестарт. Вот, ребят, мы не понимаем, честно. Либо сейчас они сделают такую ситуацию, что Блейд останется 1 в 3. Да. Ну вот, постреляли по своему. Нет, друзья, походу это 4-3. Походу это 4-3. Если это рестарт. Нет, это не рестарт. Поляки все равно стоят на респауне. Ну, ждем. Надеюсь, там кто-нибудь напишет какую-то информацию вообще, потому что здесь будет. Геймпендинг. Возможно, рестарт на сервере. Возможно, переподключение HLTV. Возможно, смена сервера. Трудно угадать. Нет, это была всего лишь небольшая пауза. Пауза. А, ну вот теперь мы понимаем. Да, друзья, сейчас будет история, которая в данный момент происходит. Сейчас каждому игроку, по ходу, отдельно восстанавливают экономику. Либо кто-то просто поклацал паузу. Или что, Kirchnet вчетвером? Ну это какое-то уже, не знаю. Не, все правильно. Они заходят по одному и каждому игроку выставляют те деньги, которые были. То есть зашел игрок, поменяли стартмани. Зашел игрок, поменяли стартмани, который нужен. Зашел игрок, поменяли стартмани. Ну, в общем, непростая ситуация по восстановлению экономики, но существует. Еще давненько всякие кайсеры научились этим элементам. Ну и все окей. Так, что мне пишут? Мне пишут, Тафа, прости, пожалуйста. Я больше не буду. Сервер рисанул из Днепропетровска. Давай рассортани еще раз, если ты такой повелитель интернета. За тобой уже выехали, кстати. Да. Эх. Статистика вот сбилась, говорят, чуть-чуть. Ну, может быть, сбилась, но ничего страшного. Игру-то мы все равно посмотрим, матч посмотрим. Все будет здорово. Ну, смотрим, паузы, друзья. Сейчас мы должны дождаться этого момента, потому что после вот этих пауз нам будет казаться, что игроки просто моментально заходят, и там у всех нужны деньги. Конечно, это не так. Но мне нужно написать сейчас кому-то из Kirchnet. Хотя там delay 90 секунд, они уже могут играть в этот момент. Ну, может быть, еще нет. Килла, у тебя его нету, да? Ищи. Может, и есть. Ищи Олега. Олег. Английскими. Так. Нет, видимо, нет. У меня-то он точно в скайпе есть. Вот можно было бы спросить, узнать точно. Какое у тебя образование, Слом? У меня конченное высшее, у меня есть образование. Высшее есть... киберспортивное, скажем. Спалился. Вообще, зачем ты читаешь эти вопросы? Ну, почему бы и нет? Есть у меня еще законченный технарь за плечами. Синим дипломом. А что ты умеешь? В технаре. Я умею в технаре. Я умею бухгалтерию вести. Проведешь мне бухгалтерию?
Нет. Сейчас кризисы всякие были, могут быть. Страшно жить на белом свете. Да, страшно. Нужен личный бухгалтер. Ну, за зарплату хорошую, да. Чё тап во злой такой? Да потому что у нас уже закончилась первая сторона, и мы смотрели пистолетку второй половины. В принципе... Радоваться тут нечему, ребятки. В этом все дело. Сейчас посмотрим, конечно, кому на пользу пойдет эта пауза. Киричнет, либо ESC Gaming. Ну, скорее Киричнет, потому что ESC там вообще три раза подряд. Вот сейчас Бондик просит поставить Pauseable возможность на сервер. Что происходит вообще? Происходит следующее. То, что ты сейчас объяснил. Плюс мы начинаем немножко... Теперь поляки перезаходят. Да, начинается, в общем, полная катастрофа. А, ну вот, вот эти паузы, смотрите, крутой, да. Z1, появился Blade. Что такое? Там бывает, знаешь, если неправильно делать эту махинацию, то бывает, когда все вот так вот всем повыставляли, и когда заходит последний игрок, делается рестарт, там, если неправильно делать эту муть. Ага, ну вот, вроде бы. Плюс шоу скорес. И минус шоу скорес. Ну, один у нас нульчик есть, и походу они понеслись уже играть, как я понял. Со счета 3-3, видимо, будут начинать и попытаются ситуацию сейчас оставить такую же, как я понимаю, или уже сразу это? Нет, наверное, со счета 4-3 придется переподключиться, либо после раунда, ребят, нам с худ возобновиться. Да. Ну, давайте сделаем... 4 в пользу поляков. Давайте сделаем 4 в пользу поляков. Они разыгрывают по-прежнему первую половину, напоминаем вам, играют так и сейчас... Играют эко сейчас ребята из Керчнет. Ну, повисло все на таком пикантном моменте. Да, вообще неудобный был момент. И чё? Ну и все, в принципе. Ну да. Ох, придется делать ретрай, друзья. Ну, допустим, 5-3 за ESM, мы делаем ретрай. Придется нам уж это сделать, когда игроки перезаходят, тут все сбивается. 12 лет игре, что вы хотите? Counter-Strike, однако. Да, 10 лет назад HLTV придумали. Можно тоже, кстати, отпраздновать. А, кстати, да. Уже даже больше, чем... Кстати, когда Valve были на чемпионате мира в том году, они приехали, такие посмотрели на HLTV и говорят, а вы этим еще пользуетесь? Они были в шоке. Ну, что поделать. Такая вот игра. Ладно, Нео. Паша. Тут вроде бы как... Нет, бай, да, бай. Открышнет все полный 5-3. Два раунда преимущества, если верить нашим догадкам. Я думаю, им стоит верить. Да, друзья, счет пока что догадка наша личная, вот меня и Слэма, потому что, ну, честно, не знаем конкретно, какая ситуация произошла. Как решили продолжать бой команды. Так, Паша по улице, ребята поставили шару сейчас в ангар за трубой. Из плента принимают, 1-1 играет на Б. Ну и, по-моему, готовится выход на точку А. Game pending, и сервер спрашивает score, какой счет. Вот это да. Это просто... Катя Огонек! Хватит это терпеть. Снимается матч с паузы. Z1 дает в это время минус Нео, очень важный минус. Вообще, когда убираешь Нео, все очень четко. Флешечка. Самое главное, что все ответили судья. Минус 2 от Таза, выход на Блейд, спину идет. Сейчас тут лорд и Таз, да, Блейд на шифте. Минус. Ну, это звено не скажи сильно, сейчас смотрим, что будет дальше. Каналка открыта, одна разбита. И в итоге плент целиком не прочекали, но вот ушел лорд все-таки вниз. Он попытается сейчас технически разыграть этот момент. Сейчас 5-3. Вообще, спасибо. Вообще у него. Мы были правы. Вообще у него шансов здесь много на самом деле, только вот если бы он сменил позицию. А так, как видим, у него вышли, просто в два дула зажали. Дефьюз бомбы. Сейчас 5-4 троллит болен. Бондик троллит. Это 5-4. И Керчнет берут еще одно очко. Однако, все складывается пока достаточно хорошо. Сколько у него МВП было с 2000 по 2010? Вообще, МВП, такое понятие, начали считать там с 2009, с 2010 года. А может, что... Все равно, ребят, это все фигня. Есть только самая крутая команда, самый крутой игрок, это такое. Чтобы кого-то из игроков порадовать, что он, вот он был в хорошей форме. Да, молодец, красавчик, вот тебе печенюшка. Печенка. Так, тут интересный дым сейчас влетел вообще из-под девятки такой. Паша такой атлет по улице пролетает, и тут надо поймать крутому. Оп, минус крутой. Крутой, конечно, не... вообще в такой позиции стоял. Паша еще и шару с собой забирает.
И как-то вообще просто. И уходит совершенно спокойно. X2 минус 50 хп. Сейчас киричнет начнут лезть. А что им нужно? Им нужно, да, чтобы... Да, 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 что это было? Как ты не убиваешь? Z1 непонятно. Блейд закрывает, быть, но там это... там дымы, наверное, лежали. 4 в 2. Может быть, дымы. Но Z1 уже второй раз вот умирает в такой позиции. Сейчас, если Бондик не отожгет... Не, Бондик не отожгет уже, потому что... За ним побежали вообще. Да. Он убегает и... Его с мейна запирает Нео. И Блейд, ну это какой-то no chance от поляков, реально, без шансов просто. Ну я не бы сказал бы, что без шансов, здесь просто немного поломали матч, немного экономически важные раунды и нужные выигрывает ESC. Но, знаете, никто не застрахован от того, что во второй половине киричнет смогут хорошо атаковать. Просто парням нужно собраться, вспомнить о том, что третья карта Инферно, и что лучше до этого дела не доводить, что нужно заканчивать все на нюке. Но, опять же, ESC... прикольно начали играть за, на нюке за атаку, и, в принципе, кажется, что их уже не остановить. Ну, посмотрим, посмотрим, в принципе. Они в атаке здесь должны выигрывать вторую половину, уж по-любому. Z1 такой, атаковал прицел Нео. Такой, напал на прицел Нео только что. Это знаешь, как в фильмах, ты бы видела разбитый кулак этого парня. Не-не, это как в фильмах, знаешь? Как я его ранил. Обычно крутые перцы такие выходят. Такие, знаешь, там, когда им наводят ствол там в лоб, там, он давай, стреляй, стреляй. Это только что что-то наподобие было. Короче, 7-4, ESC ведут, друзья, и они показывают вообще, что на нюке они круты. Ну, будет ли изменение какие-то у Киричнет и Блейда, сейчас посмотрим, может быть, они какие-то раунды. Ну, я считаю, что им не хватает агрессии с железа, именно с железа. Вот на про улицу лучше забудут, пускай. Пускай там этот Паша гуляет, ходит. Ну вот за один отличный заход в мейн, минус скрип, Кубин убил, он дверь, сломал он фастплей на А и... Нео. Просто законтролил дверь, зато один, правда, 12 хп осталось у парня. Блейда тут страшно, хорошо попал, 31 у Таза, ушел Таз на приемник, там с девятки нет, никто не сможет прошивать. Зато один поднялся по каналу на плент сейчас, в очередной раз. Не, он на Б спустился, точнее. Хлоповать Андрюхи пошел. Ну а... Польская пятерка, вот судя по позициям... Польская четверка. Да, уже четверка хочет сплетануть на. Так. Ну, они сейчас думают, они выжидают удобного момента. Что, Иксовый хочет прошить Нео? Нет, не хочет. Он... Что? Что делать? Так, неужели пытается рамп открыть? Оп, увидел на ящике парня. Минус от Блейда. Вот это Блейд сыграл. Сыграл как надо. Кэп, да, сейчас. Хорошо. Блейда, кстати, все называют кэпом. Как я понял. Да. Не потому что он капитан, а потому что он всегда был капитаном. Лут. Размен аплент, ну красный остался, 5 хп. Ты только что запарил всех. Не потому что он капитан, а потому что он всегда был капитаном. Ну как бы... Сказать, не потому что он капитан, очевидность, да. Потому что он отличный капитан. Да, именно поэтому. Его всегда называли капитан. Вот. Ну что, неплохо, неплохо. За два раунда преимущество все равно. Друзья, кто там пробует на Ун3D там менять качество там более плохое, я вот честно не советую вам это делать. Давайте дождемся того момента, когда нам все-таки выделят наши уже отдельные сервера, и когда все будет шикарно. Это уже в процессе. Это уже вот должно было случиться, кстати, надо отписаться. Итак, что мы сейчас видим? Мы видим, вот, по крайней мере, Шара видит очень много дымов с улицы. Да, два дыма такие под девятку залетели, красивые. Паша уже в ангаре, кстати, слева от Шара. Шара тут... Вот они вот сейчас ангар-то отдали, это уже Динамо называется. Там сейчас Паша может вообще пройти хорошо. Да, он прошел, нету релоуда. Но его кроют, Шара меняет девайс, отлично. Вот если бы не кэп, сейчас было бы все плохо. Но Нео еще остался. Нео один из самых таких игроков мощных. Да, сейчас он выйдет на долю секунды и вот... И все, Нео может там просто раскидать. Давайте проверим. Посмотрим, как он сейчас. Вот, все, спалили Нео в ангаре, сейчас Шара полезет перестреливаться. Ну, такой человек, который пойдет в перестрелку. Ну, если раньше его легко убирали здесь, на улице, то сейчас это уже не тот маленький милый Шара, который был раньше. Блейд минус. Вообще, кэп там просто неимоверно работает. Он просто разбирает всех налево-лево. Вот Блейд сейчас Таза не... Эх, надо было подождать. Ну, да, надо было все-таки подождать. Таз прошел к стенке, в итоге 2 в 3, и, в принципе, все шансы у поляков есть взять этот раунд, если они... Ну, вот это звено, оно очень старое, и в таких моментах всегда играет как надо. Вот времени мало у этого старого звена, вот что могу сказать. Ну, Зван дал инфу, все, каналки разбиты, если Зван здесь убивает, можно вот будет успеть поставить. Вот все, кто-то в канале прочекал, видишь, отвлекают все внимание, ну и чекают Z1, молодец, все, что дал свой убивает, минус. И на размен сейчас пойдет один из игроков нападения, последний, это Нео.
Тут можно и умирать. Просто. Слушай, Филя не сдается. Филя идет сейчас пока. Не-не-не-не, лезть нельзя сейчас ни в коем случае. Пусть бегает, пусть. Все, теперь можно давить. Ну, нам уже понял, что тут. Что к чему? 7-5. Или стоп, или счет не прибавился. Я не понял почему-то юмора. Ну, нормально. Бар лаганул. В принципе. И счет не прибавился. 7-6 уже? Да, 7-6 должен быть счет. Это когда HLTV глючит, вот такие вещи. Да. Ну, сейчас их начнут коцать, там будет нормально. Да. Поэтому смотрим. А ну, подожди, дай проверим. Bind F12. Хм. Ну да, ладно. Вот, видишь, за один покоцали, вот. Выход на аплент, ну, убрать Кубина, Паша, Кубин, минус, Кубин, ой-ой-ой-ой, только крутой дает фраг, 2 в 4, и все-таки выигрывают первую половину за атаку ESC. Ну, как минимум 8 они взяли. Кстати, напомню, как Кирчнет, 8-7, да, был сюда? Да, 8-7, да. На трейне выиграли за атаку. Поляки старались, отбивались, но поляки из защиты, это поляки из защиты, тут ничего не поделать. Здесь вот поляки выбивают себе уже первую половину. Эх! Эх, ну, но... сейф на последний раунд надо сделать, конечно же, Кирчам. Да, ну и Нео и Кубин тоже не рискуют сейчас куда-то выходить. Они боятся щекотливых ситуаций с украинскими игроками. Поэтому будут играть на верочку. Проверенную схему. Хотя вон пошли, Нео в РСП, но не нашли. Это самое главное. Итак, последний раунд первой половины второй карты. Tech Labs Cup, четвертьфинал. Фух, вторая карта, первая выиграли Кирчнет Трейн 16-8. Ну и пока мы видим, что поляки на своей карте. Ну, в принципе, мы, опять же, мы с тобой, Слэм, все это говорили. Что да. На нюке будет такая же история, как на трейне, только наоборот. Ну вот что будет. Ну почему наоборот? Мы еще не знаем, что будет от Кирчнет в атаке. Да, вот все-таки есть маленькая надежда. Сейчас они хопы начнут в голову чпокать просто соперников. Там просто вот очень важно на нюке, вот, если получится экономически вот так давить, как на трейне. Вот взять пистолетку, взять первый оружейный, потом просто грамотно по деньгам работать, и все можно. Ну что, Кэп все-таки свой минус сделал с дигла. Стас на мейне, сейчас будет десант на шару. Да, сейчас один над головой, двое справа. Ну вот вы сейчас их увидите. Или нет. Нам, кстати, новый софт нам скоро сделают наши ребята. Он будет намного ярче, будет намного лучше вот видно, кто где через стенки. Ну, опять же, чтобы не перекладывать на 20-х игроков и видеть сразу весь выход. Да. Ну что, Тадам, что-то поляки замерли, Нео минус Бондик. Бондик, это вот где убили, это важный момент. Если он в аркаде погиб, то это фигово, потому что сейчас будет стяжка на инсайд. Нео минус. Крутой уже на приемнике. Все окей. Инсайд заперли. Нео вот пока еще здесь. Сейчас ключевой, наверное, момент будет. Вот все-таки готовят, по-моему, врыв Кирчнет. По первой инфе. Да, минус от крутого. Убирает таза. Нео здесь рядом. И шара сразу. Шевелился. Шара минус. Нео отлично играет Кирчнет. Хае пристройку. Есть инфа. Великолепный. Да, великолепный последний раунд. Просто выше всяких похвал. 8-7 в пользу ESA Gaming. Но Кирчнет в последнем раунде продемонстрировали себя на все 100. Стратежно встали в нужный момент, стянулись и сделали врыв. Эх. Кстати, все прикольно. Если взять пистолетный раунд, все будет прикольно. Но вспомните, что... Кстати, в этом матче у нас пистолетку кто выиграл? Керчь. Керчь. Стоп. В этом матче на этой карте? На этой карте, да, Керчь. Вроде поляки выиграли пистолетку. Поляки? Да, вроде бы как. По-моему, Керчь убрали. Нет, поляки вроде. Ну, в общем, освежите нашу память, друзья, потому что комментаторы совсем устали. Ну, да, нас эти рестарты вообще вот... Вымотали. Итак. Начало пистолетки за один чек улицы. Уже его там начекали. Керчь. Ой, улица укреплена. Керчь, да. 3. 3-0 было, да, в пользу Кирчнета. Так, открытие. Ну, то есть три пистолетки из трех. Слушай, здесь три пистолета Кирчнет просто принимает. Минус шара, все. Это... Но еще не все, подожди. Все нормально. Пусть принимают. Ну вот, это они основное звено разбили сейчас, плюс бомба. Как бы сейчас с ангара не пройти будет. Пока еще никто ничего не разбил. Ждем развития событий. До этого три пистолетных раунда, получается, выиграли все пистолетные раунды, выиграли Кирчнет. Оп. Теперь уже почти вот все. Теперь все. Правда, еще есть Бондик. Ну, Бондик максимум, это размен. Нет, тут четкий минус и подобранный юз. Подождите, 3 в 4. Ну, если сейчас Пашу еще поймают... Ну, Паш на внешнем, он его оттуда уже просто не ждал. Крутой били ласт Кэпа. И дигл от крутого. Ого, это больно. Слушай, это очень больно было сейчас. Ну, вообще история даже по раундам один в один, как на трейне, только в пользу ESA сейчас. Вот точно так же Кирчнет выиграли 8-7 за атаку на трейне. Правда, пистолеты они все равно выиграли на трейне. Ну и...
О, вот эта надпись мне не очень понравилась. Какая? Ратрайн, Халтева Коннекшн. Оп-оп-оп-оп-оп. Значит, мы забудем. Ну, где-то мы там сейчас забудем. Ну, значит, раунда. Да, где-то будет сбой какой-то. Эх. Беда. А лево-лево с глоками. Ну, нам тут пытается дать мувик, но... Как видим, Киршнет стадом не бегут, и это хорошо. Вот и все. Геймпендинг. Ну что же. Беда. Просто беда. Ну что такое, Слэм? Ну что за матч вообще? Вот все быстро было на трене, и сейчас нюк, мы просто не можем доиграть. Мы уже третью карту смотрели. Да, ребята. Ну, это потому что вот то сервер и стартануто еще что-то. Это онлайн тафф. Так при чем тут? Какая разница, где сервер находится? Не организованы все, не организованы. Да не, нет, я просто хочу найти того человека, кто виноват в этом беспределе. Все хорошо организовано до этого было, все заходили, все четко, работало ХЛТВ. Но... Даже ХЛТВ не выдерживает. Это стример плотные палят пароли. Что за звуки? Это Слэм. Это я. Это я, заболевший. Убираю микрофон просто от себя, когда высмаркиваюсь или чихаю. Например, вот так. Слэм уже договорил историю про финнов на нюке. Да, я же договорил, что финны играли раньше очень-очень жестко, и вот сейчас поляки напоминают их, только без прострелов адовых. Потушили сервак, братан. Да? Ну, Никсон пишет, думаю, что сервер выключили. Ну, по-моему, что-то... Фейспалм, так и напишу. Долгие матчи у нас, я чувствую, будут. Да, до утра отсюда выползти. Да ну, нет, посидим нормально. Нам и команде Киричина. Нормально посидим. Я уже домой чувствую, сегодня не поеду. Поеду к тебе в гости. Круто тебе вообще. Вот. Без тебя, тебя комменти не оставлю. Зашел к Тафе в гости. Без Тафы. Так. Ну, друзья, ждем. Ждем. Крутая игра, но, опять же, матчи по интернету бывают проблемы. Давайте... Выждем эту паузу. Самое главное, что вот обычно бывает хуже. Обычно у кого-то вырубается свет, либо просто выключается интернет. Кому-то ставится техпоражение, либо матч перенесен. Ну да. Так что пока еще все на огонь, ребят. Все огонь. Ну, переносить в такой... На такой стадии как-то неважно. Ну, ждем за... Ждем продолжения, короче. Завтра, напомню всем, будут полуфиналы. Оба полуфинала. Правда, на Халтворк вроде еще такой инфы нет, но, как нам сообщали организаторы, они должны быть завтра. Причем, я, правда, не знаю, какой из них будет первый, но по-любому, Na'Vi Fnatic и SK с победителем пары Kirchnet ESC. Ну, да. Весь супер-пупер мировой топ, все... Ага... Дос-атака на север. Ну, просто какие-то пироги, слушайте. Не, ну я, конечно, понимаю, есть вот реально, да, уроды. Но это уже называется... Ну, опять же, мы к такому привыкли. Мы помним, очень много случаев было. Самый вообще запоминающийся, это как для меня, это шоу-матч. Лучшая в мире Source команд Very Games против на тот момент лучшей CS-команды Fnatic, когда они играли в промод. Вот они, да, Source, да, да. Они в 1.6 играли в промод. И там, когда Фнатикам оставалось забрать два последних раунда там в промоде, все-таки плотно задедосили сервер, и это даже матч не переигрывался. Они просто перестали играть. А может и переиграли, но я не помню. Вообще, все-таки, ребят, не знаю, вот многие говорят про мод, там что-то из него получится. Да ничего не получится. Не, про мод вообще красивый. Про просто мод если опоздал. Б... Да, если бы Valve делали на 7 лет. Counter-Strike Source как про мод тогда, когда они делали Source, то тогда мы бы играли сейчас все в этот про мод, мы бы все впирались, эта игра была бы просто, ну она была бы на уровне, актуальна бы до сих пор сейчас, но теперь уже все. Вот мне подсказывают, Na'Vi Fnatic будет первый матч завтра, получается, наверное, время будет то же самое, 19.00 по Киеву, 21.00 по Москве, и, соответственно, в 21.30 по Киеву, в 23.30 по Москве будет матч с участием SK Gaming и победителя пары Kirchnet
ESC. Слам вас порадует вместе с Тафаем, откомментируем, отожгем. И пока что мы ждем, когда HLTV додумается и сменят сервер. Вообще тут пора менять сервер. Не, тут причем тут уже, я думаю, все делают ребята. Давай переподключимся, проверим, что там с сервером. Если его дедосят, конечно, нужно искать другой сервер, не палить там никому всякие IP. И тогда будет все шикарно. И мы с вами посмотрим за этой красивейшей игрой. И опять же, друзья, это Tech Labs Cup. Ждите нас в Москве. 18 марта! Да-да-да, ТЦ, Мега Химки. Там будет супер вообще праздник киберспорта. Великолепные дисциплины игровые, великолепные команды, лучшие в своем деле. Ну и не менее великолепные стримеры. Да. Да, сказал Слэм. В том числе и мы. В том числе. Что? Так, надо подключиться к дидосу. Типун тебе на Steam. Чтобы у тебя Steam забанило, компьютер отключили, и мама центровой провод украла, и вообще, чтобы тебе электрик свет перерезал. И не было горячей воды неделю. Да, две. Нет, чтобы в унитазе у тебя вода закончилась, ты пошел в туалет по-большому, а воды нету, чтобы смыть вот так. Ну все, проклятие Слэма, конечно, страшная штука. Он больше не будет. Он это делает редко, но метко. Да. Поэтому бойтесь кармы, друзья. Потому что я верю в карму. Я верю в то, если что-то делаешь... В карна? В карму. А, в карму. Я думаю, в карма карма не очень. Если ты делаешь что-то плохое, оно тебе потом придет с другой стороны. Так, тебя тут спрашивают про игрока Реала. Ничего не буду говорить. Я жду продолжения матча. Так. Да, да, да. Так говорят. Сейчас, в общем, ищут новый сервак. 9-7 за командой ESC. Вроде бы как. Но, кстати, к тому моменту мог стать счет уже 10-7. Не, ну да, там, скорее всего, 10-7 уже. Я не думаю, что там затягивали как-то Кирчина этот раунд. Скорее всего, 10-7. Скорее всего, 10-7. Так, Никсон что-то написал также. Ну что, отличное время провести время вместе, да, с Тафой и Слэмом. Почитаем комментарии. Почитаем комментарии. Да, давай ВКонтакте почитаем комментарии. Там, да, уже сейчас что-то обратим написали внимание. Нам. Обратим внимание на нашу группу ВКонтакте. И... Так. О, как вот. Сурово, сурово, слушай. Чувствую, этот стрим дотянется до утра. Да он уже до утра. В Москве сейчас сколько... Час ночи. Привет, привет всем, друзья. Таф, Слэм, не устали? Нет, мы никогда не устаем. Как ты относишься к Уху? Хороший мой друг. Мой, кстати, тоже хороший знакомый. Знаем давно. Хороший парень на самом деле. Не слушайте, что иногда Леша говорит на стримах. Он на самом деле очень добрый, хороший и очень крутой чувак. Все то, что про него там снимаются, какие-то тупые ролики, там, особенно про ДТС, мне какой-то заказ... Ну там он переборщил. Какой-то заказ не понравился. Ну... А может быть, реально, слушай, по заказу. Понимаешь, он все это то же самое говорил в лицо всем игрокам всегда, там, все эти 10 вот лет. Ну, вот эти муха, да, и отличаются, как бы. То есть, ну, как бы, что? Все четко, четкий, хороший парень. Тафа, смотри, Шахтер ЦСКА. Да вот никак, вот никак, вот. Да никак. Увидим, конечно, посмотрим. Это дружеский матч. Ну, в общем, если Ухо говорит, что на улице холодно. Будет ли состав на Na'Vi Junior? Ага. Держите карман шире. Еще скажите, Na'Vi Female. Скорее будет состав команды Na'Vi по танкам, вот я честно вам говорю. Ну да, или по Point Blank. Ну да, это ближе, чем вот это вот. Na'Vi Junior. Это трагедия, не игра. Может быть, друзья. Это как у Димы Смелого, типа есть Ультрас команда, М5 Ультрас, там молодые парни. И Дима Смелый так сказал: мне нужна еще одна команда, чтобы надирать жопу Virtus.pro. Вот. Ну это цитата, друзья. Ну да, это просто цитата, Дима. Так, таки круто. А Na'Vi Old с Тафой и Блэкджеком. Ну, скоро будет матч. Кстати, Слэм уже будет в нем участвовать, скорее всего. Что за матч? Мы, какой правда, матч? Твой скилл не знаем. Нам надо потренироваться в КС, Слэм. Да я скилловый, все ХС. Потому что мы его давно не играли. Потому что я, когда играл против Стафа команды Na'Vi, я цеплялся за каждый угол, понял? Ну, вообще. Ну, ты сам знаешь, когда не играешь, ну, очень долго, да. Что нужно поиграть неделю, и потом все получается. Но если ты садишься сразу... А что будет, я не понимаю. Тебя в шоке. Мы играем с Na'Vi, сотрудники Киберарены, с сотрудниками Na'Vi. Очередной наш реванш теперь уже, потому что мы плотно слили в прошлый раз. Как плотно?
Не помню счета, но плотно. А кто там играет от кибера, от этого, от киберарены, от Нави? Ну, Zero, дизайнеры и многие другие. Там дизайнеры есть. ПДПшечка, там у них много, у них большой состав. У них дизайнеры, что-то там дизайн хромает, мальца. Да, все там отлично. Ну, ладно. Хромает твоя шмарка, не микрофон. Да, ну ничего страшного, я скоро буду прыгать в него вместо того, чтобы шмаркать. Не одно, так другое. Да. Не обращайте внимания, ребят, он заболел. Все. А мой микрофон тогда выключить. Друзья, ну что, мы на сервере. Мы на сервере. Вот здесь будет матч, я думаю. Прямо здесь. Прямо вот на этой скале. На этом железном сооружении. Вот на этих квадратиках. Только на сервер никто не возвращается. И почитаем еще комментариев немножечко. Примикс комментаторов, да. Тафослэм, соберите микс комментаторов, обыграйте СК. Не, ну у нас что, у нас есть Вилат, у нас есть Каспер, у нас есть танкисты наши бравые парни. Да тут стримеров хватает на самом деле. Да. Варенье, конечно, их вагон и маленькая тележка. Ну во что мы, что, какая игра нас может всех вместе объединить? Ну, я не знаю, в доту я не играю. Футбол. Футбол я не играю. Научим. Хорошо. Будешь на банке стоять. Окей. Окей? Да, договорились. Все, договорились. Так, Тетрис. Тетрис, нет. Никак вообще. Так, ну пока тут Тафф вас поразвлекает, а я сбегаю до кирчей и узнаю, что там как вообще. Давай. Давай, сходи. Сходи, посмотри. У нас все-таки в чем наш бонус, то, что мы сейчас вот комментируем из арены, и то, что на самом-то деле вот где-то там на первом этаже, в зале в игровом, сидит три игрока команды Киричнет, вокруг этих парней там тоже за спиной пол арены стоит, Блейд, Бондик и Шара. Ну, они как бы все недалеко. Вот сейчас как раз и посмотрит Блейд, где игроки. Угу. Ну что, нам говорят, что ХЛТВ останется прежним. Спасибо большое Дмитрию, представителю Техлапс, он нам очень сильно помогает. Потому что обычно мы сидим вот и в недоумении, что происходит, как. Ну а так у нас есть вся инфа. Но ждем новый сервак, ЛТВ прежнее. Давайте дождемся продолжения банкета. Довольно длинный такой матч у нас получится. Я не знаю, вот часа на полтора. Но что поделать. Так что ждем. Да, что пишут в чате, друзья? Ключ от Dota, друзья. Ошиблись стримом. Пишите Вилату. Ключ от CSGO. Не ошиблись стримом, но ключи нам еще не предоставили. Мы даже как-то с Вилатом разыграли вот после первого эфира ключ по CSGO. Мы должны там ключ парню. Но, блин, мы еще его не переслали, к сожалению, потому что ждем поставочек из Европы. Но нам обещают, что ключи будут. Все огонь. Кому ключи по доте, флудить на странице Вилата. Правда, его сейчас нету в Киеве и в интернете ближайшие два дня тоже не будет. Так, небольшое отступление от темы сегодняшнего матча. Тав, когда будет реплей с Кави Форд? Ну, реплей будет завтра уже с утра. Даже ближе к днем, наверное. Ну, в принципе, да. Потому что я сейчас просто не могу его параллельно перекодировать, пока идет трансляция. Кстати, да, давайте посмотрим, как же закончились матчи. Почему-то немножечко заговорились мы все. И, ребят, напомните, пожалуйста, те, кто смотрел, возможно, по ХЛТВ, то, что мы сейчас не комментировали, это матчи Россия-Беларусь, национальные сборные, Украина-Латвия. Наши парни сейчас плотно рубились, и эти матчи мы будем смотреть завтра, начиная, ну, перед полуфиналами, потому что мы, наверное, две демочки все-таки запустим, покажем вам быстро основные моменты, что происходило в играх. И вот, ну, там, эко-раунды будем прокручивать, и покажем вам и Россия, Беларусь, и Украина, Латвия. Так, вот-вот мне пишут. Украина 16-11 выиграла у Латвии. Кстати, я даже не знаю, какие составы были у команд. Ну, и Россия 16-6 выиграла на Дасте у Беларуси. 10-8 уже? 10-7. Уже без Яка. Да. Не, но тут все равно у нас тут такие игроки на сервере, что не могут ни те, ни те включить какой-то софт. Тут чисто игра на доверие.
Слушай, давай вот, вот пока вот так заморожу счет, а там посмотрим. 9-7. В общем, они выиграли пистолетку, и Керчь играли эко. Угу. Это эко, Керчь шли. 10-7, да. Да, 10-7. Ну это мы видели. Давай тогда 10-й поставим. Мы видели, что там осталось трое, и их уже на рампах там добивали. Ну сидят, ребята, переживают. Только Блейд сидит вот так. Ну, Блейд всегда так сидит. По пути встретил Мирана, который изучает Dota 2, и Страйка, который играет в первую Доту, и когда меня Страйк увидел, сказал, что я прихожу к поражениям. Базу, говорит, сейчас сольем. Ну вот спрашиваю, возможно ли установить шумовые микрофоны в арене? Друзья, возможно, возможно. Но нам нужно много... Я не сделал вверх просто. Много-много денег. А я тебе и не делал вниз, дружище. Да? Угу. Огонь. Сам ушел, выключил ее. Беда. Прости меня. Нет. Так, вот состав. Кучер, Барракуда, Кукумбер даже играл сегодня. Ломобот и Ард. А что, выиграли? Да, и Украина, и Россия выиграла. Интересный состав, конечно. Но завтра посмотрим уже более конкретно слэм эти матчи, поэтому все огонь. Мы посмотрим в демках в таком быстром и виртуале, что происходило. Может быть, экшен будет. Эх. Эх. Просто сверх новость. А, так это... У меня таких две штуки. Вот, ну в общем это... А, вот, ребят, смотрите, что происходит. Вот в данный момент сейчас каждый игрок делает тот минус, который сделал. Походу, что-то не то Кубин сделал. Вообще посмотрим. Вот там ставят хедшоты, вот там очень-очень важно вот сделать все то же самое, что было в пистолетке. Так. Mm-hmm. Это была пистолетка. Да. Это было, это 9-7. И сейчас будет эко. А возможно они еще один вот эко сыграли и уже его доиграли. Нет, эко. Эко. А, ну тогда вот, вот все. Тогда в принципе все ясно. 9-7, поехали. Да, друзья, 9-7, поехали. Ну, конец, огонь. Все, все круто в эфире Киберарена ТВ. Техлаб СКА, последний четвертьфинал, друзья, между Киричнет и SC Gaming. На данный момент Киричнет выигрывает 1-0 по картам, но проигрывает Нюк. Вау! Какие тут из-под выпер, да. Вот на самом-то деле в лиге ESL вот за эту штуку просто дали, ну, могли дать бан, если бы какая-нибудь немецкая команда начала мошнить, что команда Кирчат нарушила правила. Да, ну это случайность, мы-то здесь это видим, думаю, поляки из-за такого бы не стали поднимать шумиху. Тут, как видим, попытка вот открыться вся та же самая. Поляки бы поржали, сказали круто. Молодцом. Молодцом, да. Нет, бывают действительно случайные моменты, когда, например, 2 КТ в канал. Не, ну вот если бы этот момент случайно сработал вот на этой лестнице. Что такое? Надпись в правом верхнем углу только что была. А, мой мозг разрывает, шатать. Я просто вижу надпись в правом верхнем углу, и потом вижу, что у меня пропадает лестница. Так, цель. Тайм-аут. Пропишу. Может, еще спасут ситуацию. И, в общем, вот такая ситуация может случиться здесь. Вот с игроками на лестнице. Второй сверху. Один может выскочить, второй выскочить. И потом бац! Опа! Где я, ребята? Так, и за это уже точно. А еще с улицы тех хедшот ставят. Да, и за это я-то точно покарают. За это так тем более. Да. Мало приятного, конечно, в таком. Но что поделать, это Counter-Strike. Мозг разрывать, шатать. Ну да, 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 друзья, потому что то здесь, то там Никсон уже начинает улыбки слать. Никсон весело. Нет, это была предыдущая улыбка. Да? А предыдущее мое сообщение. Я не знаю, что сказать, друзья. Но вы видите, это матчи по интернету. Мы их за это любим. У меня просто большой опыт. У меня тоже. Не маленький. Ну а что 10 поделать? 10 сезонов Intel Challenge в интернете. ТП админам говорят. Ахаха. Ну да. Можно бы. А завтра на работу еще. Посидите еще часика 3. Может, не пойду.
Сколько это будет продолжаться? Да, правда, хватит это терпеть. Ну что, может быть, Треконнект попробуем сделать? Или все-таки... Давай. Тан-та-тан-та-тан-та-тан. Тебе сообщение пришло в скайпе, кстати, которое нужно прочитать, я думаю. Ага. Так, раунд взяли. Игра идет. Пишет нам менеджер команды Kirchnet Alert. Спасибо ему. Раунд взяли. Он говорит, что он находится сейчас в вентрило команды Kirchnet. Отлично. Хорошо. Хорошо. Требуем HLTV. Сейчас. Секунду. Чик. Чик. Так, ну, мы ждем, действительно, HLTV, сейчас все будет. Нам его дадут, мы зайдем, мы продолжим, естественно, трансляцию. Для вас, напомню, в студии Киберарен ТВ, в студии Слэм, Тафа, и мы комментируем для вас Техлапс. Техлапс, собственно говоря, кубок, который, финал которого пройдет в торговом центре Мега Химки в городе Москве. Эх, мы на Техлапсе сможем увидеть такие игры, как Counter-Strike, Point Blank, World of Tanks, Bloodline Championship. Мне надо позвонить в МТС. Это будет... Круто. Кому позвонить? В МТС. Зачем? Чтобы мне IP-адрес сказали. Итак. А потом я приду. Куда ты? Не, я никуда. Сейчас. Все, друзья. Я здесь. Я с вами пытаюсь... Все, начали атаковать. Или что это? Да? Опять DOS. Сейчас нужен HLTV другой. Сейчас вот нужен HLTV как раз не от сайта HLTV.org, потому что у половины там людей в мире Counter-Strike, эти все, их HLTV, весь их список, он забит. И они могут сразу, вот, даже если он закрыт, понять, где играют, и знать IP-адрес и бомбить. Так, ждем тогда. Раунд отдали. То есть, считаем. 10-7, 11-8, 12-8. 12-8, спасибо большое Алерту, что он нам пишет хотя бы такие сообщения. 12-8 в пользу поляков. Да, 12-8 в пользу поляков. 12-9, кто-то говорит. Не знаю. Эх. Почему раньше... Эх. Не понял я вот вообще суть вопроса одного из пользователей. Ну да ладно. Я забаню одного маньяка, который пишет всякий бред. Да. За гадости, кстати, баним, за мат тоже желательно. А я даже и не только. И за бессмысленные сообщения, которые не несут никакой смысловой нагрузки. За это тоже баним. Да, кстати. Друзья, это проблемы. Давай напишем. Никсон, братан. Никсон, бро. Братан. Need HLTV. What the f. What the f. Никсон решает ситуацию. Ретри. Yeah, come on, Никсон! Thank you very big, thank you very much! Woo-hoo! Ты знаешь, мне кажется, что ты даже на китайском смог говорить. Смог бы, мы сейчас это досмотрим. Это поближе. Ну что? 7-9 у нас был счет, общий счет должен быть уже 12, вроде бы как 7 или 12-8. 8. Да, и сейчас должны Керч играть бай, если я не ошибаюсь, и играть они его должны на ура. Ну, наблюдая пока что за действием Блейда, собственно говоря, после этого раунда уже будет понятно, что происходит целиком. А пока я выключу режим дикаря и опачки минус Блейд. Ну, как тут можно расслабиться, когда столько в лидолу просто требуется, и игра ставится на... Еще отдали. Спасибо Алерту. 13-8. Огонек просто. Просто огонек. Слушайте, в этой игре пауз больше, чем раундов. Вылетов и дос-атак больше, чем раундов. Никсон, братан, дайте нам IP-сервера, мы свой HLTV закинем. Все, поехали. Game was unpaused, yeah, come on. Все, слэм, давай, вот я сам прекрасно все. Понимаю, что ни у зрителей, ни у нас сейчас ничего не работает. Вернем 13-й.
И да, 13-8. Ну что? Ну, счет может быть ошибочный. Вы нас понимаете правильно. Плюс шоу скорость, напиши просто. Сервера немецкие, они не будут менять. Они будут играть на немецком сервере, потому что Польша и Украина, в принципе, пинг одинаковый. А, кстати, да. А маленький пинг, это как обычно, хорошо. 3-3. 3-3 здесь, то есть это... Ну, это 8-7. Ой, там шар разошелся вот с гранатой. Вот. Бондик Кубер. Вот. Вот даже так. Ну что, 2-1. Надо давить Нео, но Филька, как видим, не сдается. Фильке залетает гранат, меняет девайс, крутой его убивает. И еще одна граната, это 11-12. Нет. Это должно быть... Должно быть вот так. Да? Спроси менеджера score. Хотя нет, они поменяли с какого счета. Все, я короче... Просто напиши снова ему и узнай точно счет. Все равно там проблема с КЛТВ. Видишь надпись в правом верхнем углу? Да, ну это огонь, конечно. Спрашиваем у Бро, какой счет. И Бро сейчас с нами поделится информацией. Бро скажет... Крутого дропнуло. Пауза. 13-9. Угу. А у меня повис КС. Ну, сейчас развись. Но 13-9, у него нет задержки. Снова атака. Ага, то есть... Просто наши... нужно поменять сейчас ХЛТВ. И все. Его не обязательно использовать там... ХЛТВ-орг. Да. Киберарена может помочь, если что. Да, но мы могли бы свое законнектить, был бы слот, и было бы все хорошо. Хотя, наверное, такой-то сервак. Когда всё, уже народ у нас срывается. Уже. Не, у меня повис окончательно Counter-Strike. И теперь нам нужно будет перезаходить. Да. Это из-за того, что ХЛТВ там выключили. Я знаю, почему это происходит. Ну, мы перезайдем, я думаю. Пока включим красивую заставку. Давненько такого не было. Главное, чтобы все не повисло. У меня недавно было, зависло. Завис Counter-Strike, но отвис через примерно... Несколько минут. Завершить процесс. Да, и нужно... Сейчас у нас еще будет продолжение истории. Стим мне сразу новость обновления такой. Она, почитай новость обновления. Ну, если кто-то еще думает, что мы сможем нормально посмотреть нюк, то вы оптимист. Ну или реалист. Я думаю, мы сможем нормально посмотреть нюк. В принципе, не до конца, но не сначала. Он уже почти закончился. Да, он уже почти закончился. Ну, третью карту, я надеюсь, если она будет, то в любом случае просмотрим целиком. Просто уж хочется, нужно, надо, как бы, да. Теперь уже нам со Слэмом нужно запускать КС, который вот ни в какую не хочет теперь запускаться после всех этих переподключений ХЛТВ. Вот это да. Чувствую, нужно ребутаться. Эх. Хотя бы Инферно норм посмотреть. А третья разве Инферно не додаст ли второй? 13-12. Поляки проверили, дидос с Украины идет. Понятно. Я даже скажу, что с Днепра. А кто это такой там с Днепра самый умный, гадкий, безобразный? Так, где мой Counter-Strike? Быстренько, друзья, одну секунду. Сейчас Стафа все зарешает. Так, HLXZ, это в процессах, походу, висит еще. Ищем, ищем, ищем. Нету. Тогда вот эту штучку тоже придется перезапустить. И сейчас все заработает. Да, нам надо найти КС. Steam. Steam. Counter-Strike. Окей, сейчас придется его перезапустить. Там такая заруба, 13-12. Я считаю, сейчас могут просто выиграть эту карту и в 2-0 отправить поляков горевать. И поляки никогда не увидят зимний солнечный Россия, медведей на гидроциклах и женщин с бородой. Вот все, короче. Слэм, я как бы ожидал услышать, но откуда взяли женщины с бородой? Ну, не знаю. Ты же знаешь, что в Москва любит приезжать много иностранцев. И много иностранцев заезжают туда. Да не, Москва просто... Вообще Россия многонациональная. Очень многонациональная страна. Да. И вот... в России не живут одни русские, друзья. Да. Если вы в это верите, то...
Так, ну что-то у нас тут вообще как конкретно фантастическое начинает происходить. Я уже начинаю понимать потихонечку, что карма, походу, штука вообще существующая. Все, я больше не буду подходить к Эмирану и к Страйку здороваться. Россия бы стала, наверное, раз в 10 меньше. Угу. Это ту тему. Ой, блин. У меня уже нет слов. У меня висит все после этих происшествий. Но сейчас КС заработает. Он обязан просто. Хотя последний бы раунд увидеть. Да. Инфу говорит, Тав, сейчас жду. Вот нам Алерт пишет. Не повисли? Не кричи, пожалуйста. Слабо, я не понял, что произошло. Не только у зрителя, а у меня, наверное, же уши сейчас в такие моменты подвисают. Что пишет Алерт? Алерт пишет, сейчас оденусь, выйду и проверю, кто это делает. Слушай, я не понимаю юмора. Ты видишь, что у меня с КС? Да, и мне кажется, что там просто герцовка стоит на 100, надо поставить 75. Пропиши, минус фрэг 75. Какой, ребят, Steam-группа, пропадаю, перезагружаюсь и сам Steam. Печаль. Ну что, отдали 14-12 вроде как. Вот что нам пишут с поля боя на 90 секунд, если была трансляция впереди трансляции. Так, возвращаю быстренько Steam. И продолжаем сходить с ума. Да, в скайпе. Но мы сейчас все починим, все будет тип-топ, друзья. Никуда не уходите, подождите, потерпите вместе с нами. Понимаю, хотите увидеть игру. Эх, мы тоже хотим увидеть не меньше вашего, но обстоятельства. Простите, Денчики, обстоятельства. Лучше не спрашивать. Знак вопроса там надо поставить. Поставим. А то Паша тебе сейчас ответит, круто, я рад за тебя, знаешь, и выйдет из скайпа. Я тебе говорю, зайди в... Делай библиотеку, открой. Сейчас. Библиотека правой мышкой. Не, ну это понятно, у меня так всегда и стоит. Странности какие-то вообще. Да, а может убрать минус W? Вы даже не представляете, что сейчас происходит. У меня даже КС уже, который открывается в окошке, уже окошко КС пропало. Кто-то, походу, еще мне КС удалить смог. Увел. Слушайте, огонь продолжается. Так, поляки не жмут, сидят на дефолтах последние несколько раундов. Вот что пишут нам. Слушай, ну давай, вот, может быть, вот так вот. А может, просто оставим и зайдем, и все. Может, пропрет, думаешь? Да, конечно, пропрет. Ну, давайте, давай так и сделаем. Мы так не сделаем. Мы сделаем по-другому. Лол, Тафа, ну как ж так-то? Ну ты ж режешь без ножа, Таф. Ну это ж беда какая-то, в общем. Гайс, мы все починили. Но теперь нам нужно, походу, будет ребутать еще трансляцию. Нет, трансляцию ребутать не нужно будет. Не нужно. Тогда хорошо. Отдали 1 в 2. Или взяли, я не знаю. Представляешь, это вентрило. Так, сейчас мы общаемся со Скифом. Скиф нам сейчас прокинет ХЛТВ-щику, и все будет огонь. Так, ну, возвращаемся в Counter-Strike, да? Угу. Потихонечку, по чуть-чуть. Извиняюсь, друзья, за кашель, но вы уже сами понимаете, что... Знаешь, я уже с этими переподключениями уже даже IP-адрес не помню, какой был последний там. Сейчас. Вот он. И... Ого-го! Как-то так сурово. Все, окей. Теперь заходим. Не факт. Инфаркт. Инфаркт. Да, вот так. Плюс один раунд. Какая там концовка? Ой-ой-ой. Ребят, мы уже почти на месте.
Теперь нужно знать, работает у нас ХЛТВ или нет, и тогда все будет шикарно. Нам еще тогда сервер придется узнавать. Так что все пока что неясности. Неясности, непонятности, друзья. Эх, ну это бывает техническая неполадочка, конечно, да. Неприятный момент, но без этих моментов не будет четкого проведения всех решений. Так. Ну, для начала нам еще нужно с МКС в XSplit. Да, давай пихнем его прямо. Ну, он так... Давай Screen Region просто и все. Я просто вот так вот сделаю. А, не работает ХЛТВ. ХЛТВ вообще нету. ХЛТВ нету, друзья. Но нам бравые ребята пишут. Но если бы знать информацию о сервере, мы могли бы сейчас свое ХЛТВ подключить. Да. Ну, наверное, мы узнаем чуть попозже. Так, дисконнект. Тут я заработал. Теперь у нас вот тут должен появиться КС. Да, экран, хватай все. Тав. Да не, еще все будет. Сейчас я запущу демку. Ребят, не пугайтесь черных экранов. Они периодически появляются. Черный квадрат Малевича, широкоформатная версия. А вот так вот нельзя сделать? Так. Ай. Это полный провал. ХЛТВ, друзья, нет. Это у меня тут демка. Работает, вы не обращайте внимания, не думайте, что идет игра. Победа, друзья! Победа! Чел. Поздравляю команду Kirchnet с выходом в полуфинал. Всем спасибо, все свободны. Счет... Не кочегары, мы не плотники, счет, а как... обломали нас вообще. Ага. И, в общем-то, careful, guys. Ну что, зайдем на ХЛТВ, может успеем что-то посмотреть. Ой-ой-ой-ой, тут мы еще начали смазать, друзья, мы можем схватить один раунд или два. Да-да-да, надо посмотреть. Последний? Да, нам надо посмотреть последний раунд. Я думаю, мы успеем. Тафа, это скрин-риджин. Скрин-риджин делай, Тафа, пацаны-то не увидят. Скрин-риджин сразу. Е-е-е-е-е-е-е. Область экрана, как по старинке. Да. Ох, ну давай. Оп. Огонь. Оп. Ничего прописывать не будем, сразу просто вломимся. Да все, уже все вышли. Да. Я думаю, да. И на один пиксель там надо было влево и вниз сместить, но... Ну, warning cell flash anti-pack. В общем, ХЛТВ задосило. Да, ХЛТВ. Ужасы какие-то. ХЛТВ нам не видать. Ну что, победа тогда уже? Победа! Давайте позвоним менеджеру. Может, он нам врет. Позвонить. Пусть скажет всем, что это так, победа, 2-0, огонь и все круто. Алло, алло! 16-14. Алло. Здорово. Здорово, мужик. Салют, ребята. Алерт, ну расскажи нам, что там произошло, что было в Винтрило, потому что, ну, с ХЛТВ ты видел, наверное, в что... В Тимспике они сидели. Что беда. Короче, вы знаете, что Блейд редко кричит, очень редко, но сейчас его было слышно громче, чем всех остальных. А игра была в одну сторону, на А, налево, там, налево-лево, на А, налево-лево, на А. В итоге поляки не смогли взять больше ни раунда. То есть через раунд атаковали лево-лево и апленд. Да, чередовали игру, постоянно там 2 в 2, 1 в 1 были моменты. В общем, нужно демочку потом будет скачать, обязательно посмотреть концовку. Демочку мы завтра обязательно концовку посмотрим. А какую демочку? Вы думаете, что будет демка? А, кстати, да. Максимум повки, я думаю. Максимум повки, к сожалению. Ну, ты доволен? И вот я хочу тебе сказать, что спасибо вам, организация Киричная, что вы вот уже воспитали таких воинов. Лютых. Спасибо. Здоровья. А что-то новенькое планируете, так, раз такое дело? Планируем не менять состав. Это вообще очень круто. Это здорово. Это не то, что здорово, но это правильно. А будет ли какие-нибудь новые составы, новые игры или только пока что КС? А, время покажет. Время покажет. Окей. Пока рано говорить еще что-то. А Дота как же? Дота, которая шагает по миру. Должна прийти к нам. Хорошо. Ну, будем ждать, наверное. Такс. А кто у Киршнет следующий? СК завтра.
Эскан, да. Вечером, завтра в 20:30 по ЦЭТ, но мы хотим перенести игру раньше, на поменять местами с нами. Есть проблемы со временем, да. Угу. Ну что, Шалер, тебе большое спасибо, что ты в эти последние раунды вот нам все писал и рассказывал, потому что, ну, без тебя мы бы вообще, наверное, этого ничего не знали. Да. Ну и да не за что. Спасибо ребятам за победу. Волновались. Счастливо. Мы за них. И тебе счастливо, всего наилучшего. Ну что, поздравления еще от Скифа были Алерту. Ну, в принципе, так, останавливаю запись, то люди... Ну, хоть пусть посмотрят, как мы мучились. Да, пусть посмотрят, как мы мучились. Но я не думаю, что стоит это выкладывать вообще. Да и вообще зальем.